Вот. Пиши 846. Пиши Горького. 12-19-1. У тебя дверь видно, да, его? Ага. Закрыл. Закрыл. Можешь написать дальше тогда Горького 20 847, на 14-1. Как-то он очень плавный справа ряда в левый. И вот тут тоже можешь поворот. Ты видишь? Да, на камере есть. 847, 12-14-1. Горького 53 через дорогу. Дом какой здесь? 72/4. Дверь? Да, дверь. 8-48-12-23-1. 72, да. Вот это что, вот что такое? 12-14-1. 12-14-1 еще раз. Здравствуйте. Здравствуйте. Лейтенант полиции Тараканов. Документы, будьте добры, ваши. Восемнадцать сорок шесть. Вошло три маршрутки. Ваша, 208, еще какая-то. Вы шли третий и высадили людей не на остановке, а на пересечении проезжих частей. Дальше 847, Горького, дом 20. Вы поехали без поворотников. С правой полосы очень плавно перестроились влево. Не включили. Если хотите, я достану путь, я покажу. Или фотоаппарате. Далее тоже 847, уже Горького 72, тот же самый поворотник. Горького 72, начали движение с открытой пассажирской задней дверью. Все зафиксировано. Задняя дверь. Я всегда закрыл. Начали движение с открытой дверью. Может, поехали, нажали кнопку, и она у вас на ходу закрыла. Ну, пункт 22.7, то что запрещено начинать движение. Могу книжку найти. Хотите? Далее то же самое, открытая дверь. Санкт-Петербургское шоссе, где заправка. Остановка стоянка на пересечении проезжих частей. Надо было остановиться не на поворот на заправку, а далее на обочине. Поворот я всегда вижу. Я не про поворот не говорю, а саму остановку. Остановки там вообще нет. Нету. Да. А вы почему остановились? Люди. Что люди? Вот дальше у больницы остановка была перед светофором, правильно? Да. Что, люди доехать не могли? Да. Вот сейчас из-за людей будете страдать.